Нашли пивную банку, вот о чем ходят здесь легенды. И пытаемся ее выбросить с обрыва, да. Нифига у нас не получается. Она не падает. Банка бумеранга. Это волшебство. Ты такое видел когда-нибудь? Нет, я вижу впервые вообще. Блять, да заебало ты, блин. Оп! Сыном гуляли по заброшенному рту. Нашли лужу. Не просто лужа. В ней камни не тонут. Реально не тонут. Так, где вы взять камень? Вот. Он не тонет. Камни, которые не тонут, капец. Вода, в которой не тонут камни. А еще есть камни. Пошло. Все, снимаем источник, южные сети. Пожалуйста, вот течет вода. Вот обычная вода из-под земли, которую можно пить, умыться, руки помыть. А теперь я зажигалку не могу дурить. А ну-ка, зажги его. Чтобы людям было понятно. Ну-ка. Ну, пожалуйста. Вода горит. Нонсенс, да? Этому есть научное объяснение. Можно, пожалуйста, камушки поставить, сюда казан, и вари хоть супчик, хоть что хочешь, хоть барана плов. Вари, хоть плов вари. Вот, пожалуйста, могу затушить его. Раз, все, затушил. Вот опять сейчас зажгу, смотрите. И снова она горит. Ну, пожалуйста, опять зажгли. Фокус, дай только. Это природное явление. Далеко не фокус, это природное явление. Явление. То на самом деле существует в природе. Это в Южной Осетии, Цинвали, в пригородах Цинвали. В окрестностях. Да, в окрестностях. Кто не верит, вот вам воочию. Пожалуйста, могу. Вот, пожалуйста, видите, раз. И не горит. И не горит. Вот. Но стоит загорается. Поднести искру, и она загорается. И опять загорается. Кто не верит, можете приехать. Сами посмотреть на это чудо природы. Вот и все, пожалуйста. А где одет? Все. Вот он течет в эту ванну, там детишки купаются, взрослые.